Не сбавляя темпа, службы благоустройства и коммунальщики продолжают работать в сложных погодных условиях. Южный циклон, который пришел в Самарскую область в начале недели, принес осадки в виде снега, местами с ледяным дождем и порывистым ветром. В регионе действует желтый уровень опасности. С 20 ноября в Самаре выпало 19 миллиметров осадков, что приближается к половине месячной нормы. С начала интенсивного снегопада на площадке временного складирования доставлено больше 812 тонн снега. Совокупно израсходовано 1074 тонны противогололедных материалов. Это песчано-соляная смесь, галит и бионорд. Сегодня с 6 утра, когда активные осадки возобновились, проводится превентивная обработка улично-дорожной сети и патрульная очистка. Днем в уборке всех городских территорий участвовали больше 3000 дорожных рабочих и дворников, 272 единицы техники. Глава Самары Елена Лапушкина призывает коммунальщиков правильно расставлять приоритеты. В первую очередь нужно очищать дороги с маршрутами движения общественного транспорта и территории, прилегающие к социальным объектам. В зоне ответственности глав районов координация всех работ и прежде всего управляющих компаний, товариществ собственников жилья и других обслуживающих организаций. Накануне губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, во время которого потребовал восстановить маршруты школьных автобусов, которые были отменены из-за непогоды, и создать пункты обогрева для тех, кто оказался на трассе в снежном плену.